Так, let's go, погнали. Вы это видите? Вы это видите? Так. Он берет телефон. Little Helper протокол! Маленький помощник. Так, стоп, кто может быть маленький помощник? Это может быть маленький этот, кто он, этот, у Санта-Клауса, кто эти бегают? Маленькие, это, гномы такие, гномы-помощники. Так, в общем, 30 секунд, понятно, из них полезных для нас это 13-14 секунд. В общем, давайте посмотрим, что там есть. Во-первых, что я могу увидеть? Это новогодняя карта, это карта из прошлого обновления, где мы поднимали шапку Санта-Клауса и становились огромными. Огромным там Санта-Клаусом, который бегает с леденцом, короче, всех фигачит, и в него там, по-моему, нужно там... А, он снежками еще пулял, мы бегали, короче, его убивали, у него было очень много хп. Это окей. Дальше. Единственное, что меня... Не, мы про это потом. А, долбереты. Долбереты из новогоднего обновления, тоже из прошлого новогоднего обновления. Немножко как бы меня напрягает то, что здесь очень много из прошлого новогоднего обновления. Не будет ли это просто копиркой обычной? Меня тоже, ну, как бы меня очень напрягает. Видим кейсы. Мы не знаем пока, что это новогодние кейсы, либо это новые кейсы, либо ивентовые кейсы, либо это старые кейсы просто для красоты. Также видим подарки, но мы не знаем, гифтбоксы это или нет. Но если это гифтбоксы, это будет офигенно. Но один вопрос, Эксельболт. Один мой огромный, вот такой, как мой пенис вопрос. Еще раз. Еще раз. Ребята, что это? Это же команда. Да, это же команда в новогодней расцветке. Может быть, это новая коллекция... будет новогодней раскраской старых скинов, которые есть там у нас в Origin, Furious, Rival, там с Fable, Scorpion и так далее. Возможно, я просто не... Вот если бы мы увидели новый нож, мы такие типа, а, ну это новая коллекция, новый нож. Это G-команда! Это G-команда! В новогодней расцветке, ребята! Это G-команда Luxury! Даже вот что я тебе могу сказать. G-команда Luxury в новогодней расцветке. Как это понимать? Что нас ждет в новогодней коллекции, если будет коллекция, ребята? Это непонятно, просто максимально как бы непонятно, но черт возьми! Как это так сделано? Будем по обновлениям смотреть. Годим! Офигеть, как классно! Это гифтбокс? А! Новый нож! Новая карта! Офигеть! Что? Где? Это новогодняя карта, которая будет? Это кто? Это безумный Санта! Они вернут режим безумный Санта, боже! Винтерфан. Что-то еще покажут? Офигеть, чуваки, сколько здесь инфы про обновления, пацаны, господи, Эксельболт, у них так продакшн повысился, пипяу. Сразу видим новый скин, прям сразу. Ага, календарь. Хо-хо, это Дедушка Мороз из прошлого обновления. Бластер тоже из обновления. Прошлого еще. Новая карта. Сейчас покажет новую карту. Что это? Кубики с чем-то. Новые тычки. Какая музыка! Можно флексить. Что? Снеговик? Hot Winter Party New Year 2023. Подожди! Сколько там секунд-то было? Вообще супер мало секунд и всего столько добавили. Подожди, обновляем. Сейчас должно быть типа, да, 50 секунд. Подожди, 50 секунд. Это реально 50 секунд было? Так, подожди. Хорошо, 50 секунд information. Давай сразу разбирать. 50 секунд прилетело, как, я не знаю, как секунд 10, честно говоря. Итак, что мы видим? Мы видим Winter
Cyberfun, прошлое обновление, собственно, декабрь 2021, зачеркиваем, да, собственно, да. Мы видим новую М-ку, у нас такая интересная неоновая М-очка, в таком, типа, знаешь, в... Ну, кто играл в игру Hotline Miami, знает, короче, вот эта вот стилистика, знаешь, вот это вот неона, вот этих вот пальм и так далее. Очень прикольно. Понятно то, что здесь очень много есть отсылок на прошлые новогодние ивенты. Давай посмотрим. Да, вот типа декабрь 2022. Хоу-хоу-хоу. Смотрим, что мы ход в интерпати. Ой! Типа пасхалочка, типа day, типа когда, типа, да, 12.2022, то есть в декабре, а когда в декабре, собственно, мы, собственно, пока не знаем, разработчики вот такую, знаешь, мини-пасхалочку, типа, ну, гадайте, когда, понятно, то есть сам у нас Санта, полетели, значит, леденцы, шапка из безумного Санты, человечек из, по-моему, какой это было новогоднее. То есть все это из новогоднего обновления. Бластеры, снежки. Я вижу даже, типа, я вижу даже М40 из тоже какой-то коллекции. Но это М40 у нас вроде бы есть, а вроде бы ее нет. Как бы, ну, не знаю. Напишите в комментариях, это М40 у нас уже есть в игре. Так, что мы видим? Мы видим, что берет Санта-Клаус, значит, у нас кубики какие-то. Берет какие-то кубики. И такое что, кидает, да, у него даже ремешочек, типа, в виде лапки, помните? Но это все из прошлых обновлений. Трейлер длится 2 минуты на новогоднее обновление? Да ё-моё, это трейлер новогоднего обновления, наверное, даже длиннее, чем трейлер реально вот прям большой сезонной обновы. Интересно посмотреть, что же здесь будет. Мы видим там какая-то машина, да, которая едет. Сразу вижу то, что это, короче, это трейлер у нас синематик. Будет вообще очень и очень красиво. Блин, тачка! Это же просто габелла, прикинь? То есть в обновлении можно будет кататься на тачках. Это было бы очень круто. Ну что, все, давайте начинать уже просматривать, как говорится, данный великолепный шедевр. Итак, Standoff 2, 0270, Frosty House. Начинаем, let's go. Ой-ой-ой. Эксельболт! Красота. О, реально, это прям какой-то фильм. Я смотрю фильм. Опа! Что это такое? Это дракончик, потому что год дракона, год зеленого дракона. И там есть гифтбокс 2024! Не, ну не знаю, наверное, это гифтбокс 2024, я хз. Там какая-то секретная соцсеть, что? Кто-то храпит! Алло, кто храпит? А что? Подожди, что? Мы видим ножичек, дамы и господа. Это новогодний фэнг в стиле кожуры. Блин, кожуры. Шкуры дракона. Кожуры, ё-моё. Так, подожди, окей, фэнг. Что-то здесь ничего не написано. Какие-то контейнеры. What the hell? This is бластеры. Это бластеры, ребята, ё-моё. Куда лезем, боже? Это бластеры? Ну да-да-да. New Year 2024. Блин, так все новогоднее, так классно, просто прикольно выглядит. Я не знаю, ящики, новые ящики, что? Ты зачем, дядь, это сделал? Блин, лицевая анимация, боже вы! Эксельболт, реально, с каждой новой обновой, точнее, с каждым трейлером, все лучше и лучше, лицевая анимация. Вы помните первые трейлеры? Там вообще чуваки как будто картонные ходили здесь. Здесь красота, красота. А, это Village! Это Village, дамы и господа, новогодний Village. Что? Кого? Подожди, какой пулемет, дядь, ты угораешь? Так, окей, М16. Новый скин на М16, новый скин на АВМ. Но какой пулемет?
Куда ты лезешь? Ой-ой-ой, красиво. Ну, слушай, скинчики такие, типа, знаешь, такие... Ну, блин, интересный стиль скинчиков. Флэшбэк! Флэшбэк, что когда-то его уже убивали так. На нафиг. Короче, здесь очень много отсылок с предыдущих, получается, трейлеров. Это очень круто выглядит. Но черт возьми, какие красивые скины. Очень классно, очень все выглядит. Даже, знаешь, даже скины, получается, тоже все такие... Блин, очень-очень круто. Подожди, P350. Что это? Новый скин на P350 или нет? Да, вроде новый. Бластеры! Let's go, ребята! Tech-9, еще я вижу P350. Frosty House, ребята! Блин, как же это выглядит, чуваки!